Привет всем, с вами Пичхадзе Артём, и сегодня я расскажу вам про сноубордические ботинки Deluxe. Я катаюсь на них уже 3 года, и они меня полностью устраивают. Давайте теперь разберемся, как лучше выбрать ботинки под себя. Итак, здесь у нас есть две модели, они предназначены для фрирайда. У них усиленная высокая подошва, различные резиновые вставки, чтобы можно было перемещаться по горам, а также есть специальное крепление, на которое вы можете одеть кошки, чтобы совсем уже лезть куда-то на скалы. Эти ботинки сделаны для тех, кто лазит по реально жестким местам, и если ваш фрирайд такой больше туризм и лайт, вы также ездите по трассам, то, возможно, не стоит брать настолько жесткий ботинок, потому что он для реально лютых приключений. Второй вариант – это ботинок Spark про модель Xavier. Здесь он отличается тем, что у него подвижная пятка, то есть можно увидеть, она сделана специально для перемещения на сплитборде. То есть, когда мы разобрали свой сноуборд и передвигаемся на сплитах, она позволяет вытягивать ногу вперед, тем самым удлиняя наш шаг. В остальном также усиленная подошва, крепление для кошек, усиленная влагозащита. Ну и, конечно же, во всех топовых ботинках Deluxe у нас термоформируемый внутренник, который мы можем запечь, и нам будет абсолютно комфортно в них. Далее у нас идут ботинки Edge. Они также очень жесткие, но уже на низкой подошве. Они отлично подходят для катания по трассе и карвинга. Здесь у нас затяжка пятки на боа, также термоформируемый внутренник. Если вы катаетесь на большой скорости по ледяным трассам, это идеальный вариант. Для любителей ярких цветов ботинки ID Thermoform отлично подойдут для любого типа катания. Здесь у нас шнуровка, которая не разделена, то есть у нас ботинок оптимально затягивается с двух сторон, снизу и сверху. Также Power Strap оказывает дополнительную поддержку верхней части ботинка. Далее ботинки Demon про модель Elias. Ботинки Demon — это бестселлер компании Deluxe. Они очень универсальные, жесткость 7 из 10. Здесь у нас есть затяжка пятки и отдельная затяжка других зон. Также Power Strap сверху, термоформируемый внутренник. Я думаю, что эти ботинки самые универсальные в линейке. А это ботинки Team ID. Я выбрал их в этом сезоне. Они чуть мягче демона, жесткость 5 из 10. Но благодаря раздельным зонам затяжки, затяжки верхней части внутреннего ботинка и Power Strap внешнего ботинка, нога в нем очень надежно сидит, и меня все устраивает. Кроме того, термоформируемый внутренник поможет запечь его и идеально посадить по ноге. В линейке Deluxe есть три типа затяжки ботинок. Первое из них — это классические шнурки. Отличный парковый ботинок, если вы катаетесь 1,5-2 часа в день, они хорошо подойдут вам. Я катаюсь по 6 часов, и поэтому подтягиваю ботинки по 4 раза, и можно просто стереть руки шнурками, если делать это каждый день. Поэтому я выбираю Lace Smart. Lace Smart — это затяжка с помощью вот таких вот ручек с двух сторон ботинка. И не снимая штанов, вы можете нажать на кнопочку и ослабить ботинок в подъемнике, чтобы дать ноге отдохнуть. Также есть ботинки, которые полностью или частично выполнены на затяжках боа. Эта система подходит, если вы просто катаетесь, но я бы не рекомендовал ее использовать, если вы прыгаете с серьезных трамплинов или дропов. Чтобы выбрать ботинок под ваш тип катания, внимательно читайте описание и советуйтесь продавцам-консультантам. В следующем видео я расскажу о том, как правильно запечь ботинок. Подписывайтесь на канал Траектория, ставьте лайки. С вами был Пичхадзе Артём. Yeah.